Маленькой жительнице Томского района срочно требуется помощь. Мы продолжаем совместную акцию ГТРК Томска и благотворительной организации «Русфонд». В этом месте ему 7 лет. С раннего детства Настя Солдаткина учится ухаживать за теми, кто летает, плавает, бегает и даже уже не бегает. Свою коллекцию насекомых, признается девочка, до сих пор показывала только одной подружке. Вот это вот золотой скорпион. Настя учится в первом классе, больше всего любит рисование и природоведение. На 8 марта ей подарили желанные роликовые коньки, поэтому девочка с нетерпением ждет лета, чтобы научиться быстро-быстро кататься и ловить бабочек. Есть у тебя какая-нибудь мечта большая? У меня есть. Я хочу, чтобы у меня весь дом был в зверях. Для того, чтобы мечты Насти сбывались, мама делает все. Вот только здоровье пока подарить не получается. Девочке при рождении поставили диагноз – врожденный порок сердца, открытое овальное окно. Врачи предполагали, что окно закроется с течением времени, но этого не произошло. Система кровообращения девочки нарушена и нужна операция – закрытие дефекта специальным устройством-окклюдером. Притом сейчас все можно сделать щадящим способом, не вскрывая грудной клетки. Профессор, кто делал УЗИ, он удивился. Он когда увидел вот эту вот, что растягиваться начали желчки, он ей сказал, присядь 10 раз. Она присела и под нагрузкой проверил. Да, говорит, оно ничего не закрылось, и надо как бы делать операцию обязательно. Я хочу просто, чтобы она была здорова. Вот это моя единственная мечта, потому что я просто глядя на нее, глаза на мокром месте всегда. Оперировать девочку будут в Томском НИИ кардиологии. Стоимость операции – 253 тысячи рублей. Семье Солдаткиных самим такую сумму не потянуть, поэтому сбор средств уже объявила газета «Коммерсант» и благотворительные фонды «Русфонд» и «Русский дар жизни». Помочь Насте могут и томичи. Для этого необходимо отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5541. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвование можно и другими способами, указанными на сайте русфонд.ру. Евгения Мозгова, Антон Сухушин, Вести, Томск.